меня также был такой винтажный железный поднос, и я решила его украсить и добавить туда какие-нибудь осенние хэллоуинские атрибуты. На той же ферме, ссылочку я оставлю вверху, можете посмотреть, как это было. Я взяла 3 белых тыковки и кукурузу. Эта кукуруза кормовая, ее кушать нельзя, но она отлично сохраняется, у меня таких очень много. Они у меня уже существуют много-много лет, не портятся, не гниют. В общем, классно, даже лаком покрывать не нужно. Просто отличная вещь для осеннего декора. Я сюда складываю кукурузку, яблочки, тыковки. Можно положить каштаны, шишки и так далее. Получается вот такая красивая, уютная осенняя композиция. Чтобы это выглядело более по-хэллоуински, можно добавить какие-нибудь атрибуты в виде летучих мышей, паучков. Я добавила сюда паутину и украсила этим спальню, чтобы в спальне тоже был такой интересный осенний декор. Вниз кладу мою хэллоуинскую книгу, которую мы купили на ферме. Квартира еще новая, здесь пока мало украшений. Мы повесили вот такие картины, которые создают очень интересный уют. И на одной картине рамочка зеркальная. И поэтому фонарики, которые горят на стене, очень неуютно отражаются в этой картине. Получается очень атмосферная обстановка на Хэллоуин. А как вы будете украшать дом к празднику? Напишите об этом в комментариях.